Настя, ты с нами на рынок едешь? Нет. Не едешь? Нет, с Катей с нами. С Катей с нами едет на рынок. А ты едешь? Катюша, поедешь на рынок? Обувь выбирать, поедешь? Какая ты, Маринка, модная вообще. А Катюха медвежонок не модная? А ну покажи, разверни ее. Даже хвостик есть. О, хвостик даже есть сзади. Она не поймет, что снимать. Смотри, сумка какая. Это откуда у тебя сумка? С Алиэкспресс. А, заказывала с Алиэкспресса, да? Посылка пришла. А покажи внутри, вот что там. Тебе удобно будет держать? Ну, мне только тут мелкая сама влезет. Угу. Маленькая. Не, ну хорошая. И сколько такая? 10 баксов. Оп. 600 рублей, если на российские. Ну да. Кто нас там смотрит? Это куда мы сейчас едем, направляемся? На рынок папе покупать обувь. Ну, потому что обувь у меня, он уже, здесь он дырка. Вот так вот ходит бродяга. Бродяга-режиссер. Да, помыли машину вообще. Идеально, класс получилось, да? Ну, не идеально, вот, но такой, по крайней мере, что было раньше. Да, вот такую вот пахучку подцепили. Клубника. Еще надо пахнет. Наташе приехать с пылесосом. Техосмотр я обошел. 2018 желтенький такой. Заперли коляску сюда. Вот поместилась коляска. Ну, в общем, в путь. И в багажнике люлька. Да. И в багажнике люлька. И вот Катя. А, ну Катя-то. Все, поехали. Так, все, приехали на рынок Бобруйский центральный. Сейчас будем выбирать обувь. Да, Марин? А куда пойдем? Куда дальше, да? Он вход идет. Но, тем более летом застегнутый не будет. В это время ты уже сообразишь. А там это смотришь. Здесь разные запчасти, что такое. Детки продают. Так, картофель, семянка. Пошли. Мы тут не пройдем? А давай так в обход. Ага. Ну, смотри, какие петухи. Глянь, собачки какие, Марин. Возьмите, ну. А, у нас в общежитии живем. Ну так и что? Не. Мы в общежитии тоже жили, у нас это, тут это хотя на дачу, возможно. У нас там одна комната куда-то. Мы жили в общежитии, у нас собака была и кошка. Возьмите щенков, хорошие руки дают. О, распродажа. 15 рублей. А я не знаю. Себе поглядишь, это на работу даже. А что? А вон черные тапки, смотри какие. Ой, осторожно. Окей, вот такие черные тапки. Сколько на работу. Они? А я... Цена там есть? Нет. О, давай, точно. Маринка, давай. Или кеды вон черные. Вон возьму, черные эти. Не, вот эти тапки легкие. На работу, да? Андрей, Катя, скажите, а в какую цену такие там? Какие, 18. А, вы тут, да? Да, я. А есть 46 размер? 46 побольше. А такие мои? Есть. Какой свой размер? 46. Свой 46? Да, 45 и 46. Не, надо, чтобы черная подошва была для работы. А вот такие есть 44? 44 это самый большой. 45, но они маломер. Ну, мне не подойдут такие. Петуха забыл. А вот что есть из черного были полностью, что 46. Все равно 45-й, да, Максим? Да, они сам туда. Ладно, пойдем дальше посмотрим. Вот такие еще. Мне надо черное, даже хожу уже сколько. Ну, нормально. А есть такие 46-го? О, Андрюха, бери еще. Да? Они немножко такие скользкие, неудобные, но потом со временем ты привык. У меня ну, такие помягче. Заказы. Они не разорвутся, такие мягкие или? О, ну, нормальные, да? Так, а нет, 46-й, да? Да, есть 46-й. А сколько они стоят? О. Бери, Андрей, не думай. Ну. Вот а где они? Показать вам 45? Да. 46-й.
Нема сроки. Катюха спит у нас, да? Да, спит. Чтобы душ ходить. Ленькие сапоги даже есть. Короче, такие вот за 5 рублей. Я думаю, это недорого. Это так много? Класс. Нет, так прикинь, если мы возьмем. А ну, поверни мне камеру. Поворачивай. Если мы сейчас возьмем, ты представляешь, что с Настей будет? Ну, с Настей придется ко мне загрузить. Ну да, будет истерика у нас. Ну, возьмите по одинаковых, простых, по 3 таких. Ну, возьми два одинаковых, возьми и Насти, и... Хотите, я еще одни принесу. Ну, если ты не хочешь, я не знаю. А есть нет, такие? Давайте подумаем. Спасибо. Сейчас мы, да? Может, ей позволим. Они так по 3,52 возьмите, будет дешево и сердце. Хорошо. Хорошо, сейчас мы тогда подумаем, хорошо. Я просто, знаешь, как мы тогда куклу ей дарили, помнишь? Ну. И потом ты бежал ей за куклу еще одну. Ну да, нельзя покупать. Это мы, получается, давай объясним. На подарок Даше, подруге Настиной. Просто у Насти есть. Решили, да. Насте купили ушки, и Даша захотела такие же, да? Да, на подарок. Сказала, да, и мы хотим вот купить какие-то ушки тоже. Ну, такие. Давай поднимай. Поднимай. Ну, хорошо. Вот рюкзаки по 20 рублей. Ну, тут разные, да? Ну да. Хорошо. А вот тут вот не овни кожа, вот тут можно сейчас что-то посмотреть из этих босоножек. Угу. Ну не босоножки, а тут. Ну да. Катя, мы проснулись, да? Проснулись. Андрей, а вот такие. Какие? Ну вот такие. Тебе вот как нравится, как мужчине, я не знаю, чтобы я. Нет, тебе ходить не шли. Мне без... ходить. А. Она на ей очень хорошо. Главное, чтобы... Ей удобно и. То, что вы сразу один типа надо задник отдела, не натирать, ничего. А эти сколько? 45. Ну, если нравится, бери, Марина, не знаю. А вот такие, да, со звездами. Катюша, чего мы проснулись, а? Я думал, ты будешь дольше спать. А духа, я поменяю. Джинсы. Ну, так неплохо. Ну, они классические. Они классические. Это вот под брюки, не под джинсы, еще под брюки под мои вот эти черные. Ну, неплохие такие. А удобно в них? Ну, я бы сказала, что да. Сразу первый раз надеваешь, конечно. А почем их осенью взять? Посоветуй сказать, пошли походим. Хорошо. Что ты как? Ты меня же снимал с этого? Нет. А то ты сразу все берем, нравится, берем. Я же еще ни другого не видела. Я понял. Поехали. Я так дальше. Не люблю. Но все я равно... люблю все обмерить, а потом уже купить. Так мы здесь с детем, как мы все обмеряем? Ну вот как хочешь. Ты меня вывез, значит давай. Да, давай. Да, хорошо. Давай, едем дальше. Купили Маринке эти туфли. Маринка как они недовольна. И Маринка чем-то недовольна. Тяни, тяни. Ну. Так это мы сейчас заходим, где продают овощи, фрукты. Павильон такой это называется. Специи, приправы. Вот такие вот специи, карри. Нели, сунели. Подожди меня, Марин. Ну да. Это такой добруйский рынок. Центральный. Вот этот 20 рублей такой. Я даже не знаю. А розовый тоже 20 вот этот? Боже мой, это от меня? Ну, смотри, какие-то ушки еще даже. Ну, вот я и за уши. Бери, это, ну, бери. Вот это, смотри. А тоже разные цвета? Да. Голубой и светло-бежевый. А мне вот этот даже больше. Да на нее там солнце. Давай вот такой вот. Мне черный понравился. Черный, вот такой. Да, да. Такого черного нет. А этот сколько черный? Все по 20. Они все по 20.
Так а что тебе этот? Черный, конечно. И тебе под сумочку, смотри, он сумка-то даже. А серенький? Не, давай. Короче, берем рюкзак для Маринки. Этот берем, а ну померяй еще. Сейчас, Катя, подожди. На глаза. Все. Да. Андрей, отверни ее отсюда. Андрей, мне тут нельзя входить, я тут противопоказана. Чего это? Ну, потому что тут людей столько. Слушай, а хочешь я тебе окрошечки сделать? Давай. Давай. Блядь, зелененький. За сколько? Ну, что зелень. За сколько? Давай купим лука. Да. Возьмем, давай лук возьмем. Смотри. Давай. Лук возьмем. Огурец, помидоры. Ну давай, Зайка, покупай, я самого это буду. Нет, Зайка, давай ты. Чего? Я буду покупать, да? Да, давай. Капуста у нас не идет, да? Вон девушки продают. Где деньги? У меня. Лук 50 копеек. Да, и петрушка. Лук 1 рубль. А что, нет вот этих огурцов, которые новенькие? Дайте, пожалуйста, огурцы. Да. Ну, я имею в виду колючие. Дай мне денег. Есть. И мелочи нужно. Андрей, что ты даешь? Ну, 20 рублей. 1 рубль надо. Или сколько там? Рубль 50. Подожди, стой. Мелочь дать? А у меня вроде была, тут мне женщина надавала. Так, я покажу сейчас приправы, какие есть. Вот такие вот приправы. Вообще здесь запах такой. Корица, мускатный орех, горький перец. Вообще идеальные. Много-много очень. Я здесь. Да. Пошли. Помидоры взяли? Взяли. А... Что еще? Зелень взяли. 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 Может, давай перцу болгарского? Ну, давай, пошли. Ты ж любишь салатик? Да. А зачем? Ты любишь или нет? Взять? Да. Взять, возьмем? Возьмем. Надо бы сейчас уже нам пройти туда, отнести всю эту машину. Ну, пошли, отнесем. Нет, давай вот так сейчас по кругу пройдемся. Пошли. Ты будешь снимать ее и везти? Нет, я все... Ну, вот мы вышли с рынка. Такой вот рынок. Поэтому будем возвращаться уже. Маринка, тебе очки не надо? Очки не надо, я себе забрала. По одному рублю. На Алиэкспрессе заказала? Да. Хорошо. Поднимайся вверх. У Насти тоже двое очков. Только Кате можно купить. Катя, тебе нужны очки? Катя, очки нужны? Нужны. Очки надо. Так, это здесь дальше идет. Шапочки какие-то, кепочки. Ну вот нам кепочки и надо. Катя? Настя? Угу. А, у Насти нет, да? Какую-то блестящую. А мы где-то ее потеряли. В прошлом году покупали классную кепку со стразами. И где-то, а вот, наверное, вот сюда, давай, поворачивайся. Это мы сейчас с Настей покупаем кепку налито. На весну налито. У нее нет. Иди сюда, сына. Давай. Не надо, нормально. Слушай сюда. Мама. Должно же быть написано что-то на ней. В общем, выбираем Маринки джинсы. Вот такие, как бананы, идут 28 рублей. Вот такого вот плана.
Вот такие вот. Ты смеешься, чешу? Чего смеюсь? Я снимаю. А я думала, ты говоришь бананы. Это как, бананы называются, да? А их еще как-то вот мам джинсы, или это не это? Еще вот такие. Мам джинсы. Ну, это уже может быть что-то новое. Как раньше, 90-е были. Да. Вот эти, ну, вообще, как собака поцарапала. А, так это не стрейч? Это вот как стрейч. Да, они у меня, ну, как раз. Вот это сейчас модно. Да? Еще покрутись. Угу. Ну, тебе нравится или... Ну, нормально, да, так. 30 рублей. Ну, или так возьми. А ну-ка. Ну, эти мне даже больше нравятся. А тебе? Не, все-таки те. Висит тут? Да, 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 да. Вот купили Маринке джинсы. Как они еще раз называются? Бананы. Бананы, да. Или мам джинс. Да. Ну кого? Класс. А я говорила, ой, как они мне не нравятся. Ну, крутые вообще. Сейчас такая мода из 90-х возвращается, да? Да. Раньше в 90-х такие носили. Что мне под них надо? Ну. Футболка. У меня футболка есть. Крутяцкие вообще. Как я упарилась, вообще жарко так, мокрая вся, да. А Катюш, так оно и погода непонятная, то ветер, то не ветер. Упарилась или нет, Кать? Первый раз на рынке. Катюш. А ну поверни к ней камеру. Поверни камеру. Ого, как на рынке воспитывают. А ну покажи. Большая? Бабушка будет цветы садить. И вот так вот будем подкачивать. Ну большая, поменьше есть девушка? Нет. Нету? Глянь какая. Как только принесете. Звезда? Хорошо, давай. Ну возьми, я думаю. А сколько она стоит? А сколько такая? 2 рубля. Настя у нас когда маленькая была, только в косынку чихать. Ну давай, бери. Давайте, давайте померяем. Ну, померяй сначала, да. Это ж как раз вот на малышей, да? Да. Вы не вылазите. А вот 48. О, вот такая вот. Однотонная вообще. О, это голубенькая, ничего себе, девочка. Мозички мои. Мальчика в косынках Андрей. И уже резиночку потом сделаете. Ну, она ж не жаркая, да? Нет, она не жаркая. А, ну во, нормально. Ну, спряталась. Все нормально. Бери, Маринка. Просто чтобы это... А деньги? Ну, у меня, да. Да, давай. Давай.